Всем привет! Сегодня у нас УАЗик Патриот. Приключилась кое-какая проблема с УАЗиком. Ну, она давненько уже была. Постоянно выключалась печка. Там не то, что печка выключалась, а предохранитель там замыкал. Сейчас покажу предохранитель. Вот такой предохранитель там. А определил-то как? Да, вчера вечером ездил с включенным светом, с фарами. И печку включаешь, и так видно прям фары раз так и гаснут. По фарам даже видать, что какая-то нагрузка где-то идет, а моторчик на печке не крутится. Я раз так, ну, пощелкал тут ручкой-то, вот этой. На разных скоростях как бы ничего не меняется. Сразу понял, что врубился что-то, что значит, ну, моторчик сам печки. А до этого как-то такого не было. Он работал, включал, все, как бы он работает нормально. Не гудит, не жужжит ничего, главное, не шумит. И решил тут разобрать, а то как, что, зима на улице уже подходит. Без печки тут далеко не уедешь. Короче, такой геморрой тут, чтобы разобрать печку эту. Вот фильтр с печки. Ну такой, как бы уже грязненький, надо поменять, по идее, конечно. Запчасти. Пришлось, короче, что у меня тут? Бардачок выкрутил вот отсюда, с этого места. Сейчас так как-то рукой буду показывать. Вот здесь бардачок стоит, с печки штекер с моторчика. Тут хомут такой, как бы, вот так вот. Вот так подвязано было. И вот тут отцепил, чтобы он посвободнее тут все было. И вот эту нижнюю здесь подножка такая. Я не знаю, нахера она вообще нужна, такая подножка. Вот здесь такая подножка стоит, типа. Типа ноги туда ложить или что, я не знаю. Тапочки какие-то или что. Вот так вот хорошо. Тут печка дует, и она сохнет тут все. По идее, можно ее вообще убрать. И без нее ездить так свободнее. Для ног места больше. Там один винт такой, винтик есть. Такой вот небольшой. Вот типа такого. Не подлезешь, ни вот с этой стороны не подлезть, ни сверху, ни снизу. Как. И, короче, я кое-как вот тут одной рукой вот отсюда, одной, другой рукой вот с этой стороны так. Кое-как так потихоньку так раз-раз, она раз немножко сдвинется. Еле как вытащил, короче. Как, ну, выкрутил, повернул ее, потом раз она вышла. И вот сюда упирается, и все, короче, никак не достать. Саму печку тут разбирать никак тут не разберешь. Думаю, может там вентилятор надо сверху как-то открутить сначала. Ну, думаю, стопор там какой-то есть на вентиляторе. А потом что-то тут смотрю, тут болты сбоку вот здесь. Вот здесь болты. Вот один болт открутил. Вот эту крышку боковую потом снял. Смотрю, вот здесь еще болтик один. И получается, вот его открутил, и сразу панель вот так стала ходить. Отодвигаться. Вот она. Вот так ее отогнул панель, и все, и моторчик раз у меня вылез. В Ниве тогда как-то я снимал тут в Шевроле. По весне, да, у меня что-то моторчик жужжал там или что, не работал. Тоже там еще хуже. Там вообще так сделано по-дурацки. Надо разбирать там вообще всю панель разбирать, то ли панель всю, то ли там вот, где моторный отсек, там с той стороны, или как-то там надо разбирать вроде бы. Ну, если правильно там все делать, чтобы ничего не сломать. Там еще хуже в 10 раз, чем здесь. И сейчас все, вот делаю моторчик, ну, смотрю тут его, разобрал крышку, снял вот эту. Тут крышка, главное, вот какой-то провод вот здесь был. Ну, хера так сделано, я не могу понять, вот так, типа, как-то торчало здесь. Ну, как-то там так загнутый был, я потом его выковырил, так раз. Моторчик-то вроде бы, мне кажется, какой-то Италия или что-то написано там. Дельфи там вот на самом там корпусе написано. По идее, обычно вот здесь как винтик такой маленький сделан. Его выкручиваешь, и вентилятор снимается. Тут ничего не снимается. И сейчас что я хочу? Тут получается, что у нас? Вот крышку эту верхнюю снял. Что? Получается, что тут просто все заржавело. Вон сколько грязи. Видимо, вот он так стоит, когда вниз. Ну, вот так стоит же. Получается, он вот так стоит. И какая-то вода там что-то попадает туда. А тут недавно, главное, у меня засорилась одна штука. Сейчас покажу. Короче, недавно тут летом как-то что-то поехал. УАЗик, ну, стоит, долго не ездил на нем что-то. И поехал. Раз смотрю, там с панели в кабине прям вода бежит. Откуда-то с печки там, с вентилятора откуда-то оттуда. Как, что думаю такое, не могу понять сначала. А потом-то раз, это через какое-то время. Вот здесь давай смотреть. Вот этот, вот какая штука есть здесь. Вот она резиновая такая, как типа, по идее, можно даже достать, не вообще можно достать. Вот, достал. Вот такой, как типа клапана, вот он здесь такой заостренный. И с него, видать, там вода всякая сливается. Ну, что, попадает туда внутрь, в печку, вот сюда, вот в этот отсек. И отсюда вот, когда на впуск попадает вода какая-то, она сливается сюда потихонечку. И типа клапана такой. И, короче, вот в этот клапан сюда попала грязь всякая, ерунда. Какая-то пыль, мусор какой-то. Ну, тут сетка у меня, правда, стоит. Я уже, правда, сам ее делал, вот эту сетку. Тут ее с завода вообще не было, этой сетки. Хотя на новых УАЗиках сейчас уже вот она идет сразу заводская. А вот этот старый еще был, тут не было этой сетки. Я снимал вот эту полностью
штуковину, эту коробку, и вот сюда там подставлял сетку из нержавейки, нержавеющая такая сетка специально. А то у меня до этого раньше где-то вот в лесу машина стоит, допустим, где-то под деревьями, и вот сюда летят всякие ветки, всякий мусор какой-то, эти иголки от, с елок, листья всякие сюда и летят, и туда попадают, и туда все. Все сюда, вот там полная, вот это было, помню, чистил, там вот так вот на дне было такой слой веток всяких, всякой херни. И как она, они начинают гнить, такая вонь такая от них стоит, как, ну, гнильем пахнет, гнилыми листьями. И печку включаешь, вот я как, ну, нашел-то, печку включаешь, просто так, запах такой какой-то гнилым чем-то воняет. Какими-то листьями там и непонятной какой-то ерундой. Запах гнилья, короче. И потом вот стал разбираться, я тут нашел там столько грязи. И получается, и сюда грязь попадает, вот сюда вниз, в отстойник в этот. И еще засасываются вот эти листья, они бывают туда еще залетают в саму печку. И там на фильтр туда попадает, вот где вот этот бумажный фильтр стоит. Вот у меня как-то, я первый раз, когда этот фильтр менял, он такой, весь так был полностью залеплен грязью. Какими-то ветками, палками, какими-то там листьями какими-то. И они такие гнилые уже все такие, как плесень какая-то такая. Тут вот это забилось, потом давай смотреть, раз в этот раз так поковырял. Там у меня как поток такой воды, как хлынет туда, такая струя. Видать, вот так полностью, вот это полная была воды. Все лето дожди, считай, идут, и она, видать, ну, не успевала там вытекать. Я сейчас часто врубился, что, почему печка-то не стала работать. Видимо, вот эта вода, она попадала туда вот, в вентилятор, туда, в саму печку, где вентилятор, и на моторчик туда попадала. Вот то моторчик-то здесь ржавый весь. Вот он весь ржавый. Вот он так вот, эта крышка стоит, получается, так вот. Сюда вода попадала, и все ржавело здесь. И получается, что он просто туго стал крутиться. Просто крутится туго. Потому что я сейчас, когда вот тут фильтр-то снял сверху, здесь стал вот так рукой крутить, а он, ну, чувствуется, прям так не крутится. Еле как-то крутишь. Туго-туго так. То из-за этого как замыкание это и шло. А почему предохранитель не сгорал, непонятно. Так бы предохранитель сгорел, да и все. Вот она играет нормально, как бы прижимается хорошо. Вот щетка тоже другая. Тут как бы, ну, щетки все нормально, видать, работают. Сейчас вот продую, почищу, как-то надо смазать будет здесь. Вроде маслом простым, машинным, каким-то моторным можно помазать, и все. Целый дол тут не надо. Здесь вот только верхний подшипник, там, как, не знаю, вот здесь, который стоит. Ну, то он, в принципе, тут, он как бы вот здесь как колпак, он закрывает, как бы так, и он, туда вода не должна была попасть. А так, наверное, печка новая. Этот моторчик стоит, наверное, хороших денег, потому что он импортный. По-любому 1000-2-3 стоит, если не больше. Вот такая ситуация, короче. Знаешь, ерунда сейчас делаю. На зиму, чтобы печка-то работала, надо. А то так околеешь, что в УАЗике куда-то если ехать. А так все работает УАЗик, в принципе, что тут. Еще заодно проверю масло где-то вон в мостах, там везде, в раздатке, в коробке. Так, что, ну вот и все тут. Смазал маслом. Сюда налил прям побольше так, чтобы она впиталась. Тут как суконка такая, типа, сделана внутри. Типа сукна или войло какой-то. Ну, они на всех моторчиках так сделаны, в принципе. А этот, видать, вот этот, как шарик такой сделан вот здесь, втулка эта. Она типа как металлокерамическая. Ну, видимо, как маслом пропитывается, и все. И потом можно тут ничего больше не трогать. Немножко налил тоже масло сюда. Так, ну что, все сделал, в общем-то. Все собрал. Все крутится нормально. Вот. Верхний смазал как? Мотор вот так боком поставил. И вот такой проволокой. Ее в масло макал. Тут лампочкой подсвечивала сбоку так, переноской. И вот сюда раз так туда, и ось эту. Тык-тык-тык там. Когда переноской подсвечиваешь, и вот здесь вот видно хорошо, через эти щели. Там эту ось. Вот там она. Все, в общем-то, что, можно ставить. Так, что, пробуем? Ну, дует как мощно. Ну-ка, сейчас побольше. Это на первой скорости. Ничего себе. Вот этот напор. Все работает. Фильтр тоже меняется просто. Вот здесь крышечка такая стоит. Вот так. Кто не знает, если. А вот так вот. Вот такая крышка. Убираешь, туда фильтр вставляться сверху-то. Вот написано Дельфи, Италия. УАЗ.
Ладно, все собираю и потом смотрим, что получится. Хочу еще сказать, посоветовать у завода многим, если кто не знает. Ну, короче, вот этот клапан надо постоянно чистить, его проверять иногда, чтобы он мало ли засорился или что, чтобы вода туда не текла. И на печку течь не будет, и в салон не будет течь ничего. Иногда его просто рукой так раз-раз-раз поделал, так пошевелил. Раз там видно грязь какая-то, раз выпадает. Смотрим дальше. Так, сейчас покажу, как буду ставить. Короче, надо туда вставить ее и потом повернуть. Не, вот туда. Это самый большой выступ, по-моему, где-то вот так надо. Язычок вот здесь. Здесь так тоже такая прорезь там внутри. Большая такая есть в корпусе. И вот так где-то примерно вставляется. Язычок вот этот, как бы чуть сюда в сторону, вправо. Вот эту панель сейчас отжимаю. О, спокойно зашел. Все, без проблем вообще. А я тут мудрил, думал, как гадал, как его тут делать. Ловить, ловить, где он там, что? Вот это положение. А вот попал что-то. Вот язычок вот этот. Вот он до выступа вот до этого доходит. Вот упор такой. И здесь закручивается винт. Саморез. Ну-ка включим еще разок. Я попробую. О, работает. О. Жужжит, отлично. Провода вообще тут вот все болтаются, как обычно. Тут многие по УАЗикам это говорят. Где-то даже видео есть. Вот эти провода, всю проводку разбирают, все переделывают. Вот он, провод болтается, как попало. Вот этот тоже провод болтается, как-то тут. И получается, вон он там. Сейчас покажу, вот, лучше, чтобы видно было. Вот он в этом месте. Вот. Он тут прямо на железе болтается, на кузове. Вот он. Вот он так, вот так болтается и трется, трется. Тут может перетереть и замкнуть потом что-нибудь. Какие-то провода обмотали бы чем-то хоть. Он даже не обмотан в этом месте. Вот так вот делают такое фуфло. А потом замыкания какие-то происходят всякие. Смотрим дальше. Блок предохранителя снял до кучи сразу же. Заодно думаю, сразу сделать по-нормальному. Вот видим такую картину. Что это такое? Кто угадает с первого раза? Вот такая штука. Называется эпоксидный клей. Металлический, главное. 30 минут, видимо, что ли. Типа, короче, холодной сварки. Вон, вот в таких тюбиках. Два тюбика. Получается, вот, ну, каплю, допустим, этого и столько же примерно этого. И его перемешиваешь просто между собой хорошо, тщательно. И потом вот так. Что-то мажешь куда-то. Он жидковатенький такой, хороший. Как бы это, прилипает хорошо. Ну, те же радиаторы, вот я вот этим клею постоянно. Частенько тогда вот на Урале клеил, как-то на УАЗике клеили тоже радиатор. Хочу вот этой херней вот туда замазать. Там внутри, вот отверстие, прям туда вниз, где вот этот контакт сам держится, вот этот, который шевелится, вот он. И туда вниз прям там замажу все, отсюда прям сверху так, залеплю там, он засохнет и все, и будет нормально он держаться. Можно здесь еще намазать, вот тут. Я его проверил еще сейчас недавно, вот тут старый был на этой, вот, на пластмасске. Я его проверил тестером, прозвонил, ток не пропускает. Думаю, может ток пропускает, потому что написано металлический. И он думал, вдруг ток пропускает. Не, ничего не пропускает, вообще ноль сопротивления. Никакого сопротивления вообще нет, не показывает. Так, ну что, вот и все сделал. Вот видно хорошо, там внутри. Застыло уже, засохло. Где-то уже час времени прошло, наверное, больше, может даже. Здесь тоже. Залепился. Клей как бы здесь растворил и потом сюда вот так мазал. Как бы аккуратно так только. Надо как бы, чтобы края вот здесь не измазать все вот эти. Тут измазалось все равно, а потом пришлось мне вытирать еще. Тряпочку и ножом вот таким. Так раз-раз там как бы вытирал тут аккуратно так все. Пока она не застывшая, холодная сварка была. Пока не застыла еще, сразу поставил сюда предохранитель. На место его отмыл, чтобы как бы, ну, он держался на своем месте, вот этот контакт был, чтобы как бы он посередине тут точно стоял. Надеюсь, нормально будет. Держаться будет нормально. Вот этот все ко мне что-то... Может, предохранитель какой-то не такой? Не, а, вот тут 15 стоит, а здесь 20 должен. Надо поставить такой же. Так, что еще, ремень купил? Такой, Рубена. Сказали, в магазине хороший, качество хорошее. Вот написано, Czech Republic. В принципе, недорогой, 500 рублей. Размер 6РК 1275. Посмотрю в мостах еще.
проверю масло какое, чтобы ну, без воды было. В принципе, я в этом году-то тут лето, считаю, что никуда я не ездил. Все, держится нормально. Сейчас проверим, как будет работать. Жужжит. Ладно, буду на этом, наверное, заканчивать. Урал делаю потихоньку. Еще осталось на прицепе одно колесо мне сделать. Передок еще. Передок обязательно вытащить. Надо вот передок, редуктор достать. Там все эти угловые, где там все эти полуоси. Все перебрать. Посмотреть, что там, к чему. Вот надо делать. Так тут, когда вот сейчас, вчера, позавчера, вот два дня или три дня уже, наверное, подряд тут дожди идут. Каждый день дождик идет. Тоже вот не выйдешь, ничего не поделаешь на улице. Только вот так вот. Где-то в гараже. Хорошо, вот гараж есть, УАЗик загнал, сейчас УАЗик делаю. А, хочу добавить еще на тот прицеп, когда прицеп-то делал, показывал, там многие пишут в комментариях, что типа камазовские колодки подходят там. Не, они похожи, главное, с виду-то такие же, но не такие. У них диаметр, вот, ну, радиус другой. Тут 380 диаметр барабана тормозного вот этот. А на КамАЗе 400, 420 есть. На КРАЗе, не знаю, на КРАЗе тоже, наверное, большой, мне кажется. Спасибо, то, что комментарии пишете. В этих видео, ну, в прошлых вот писали много. Спасибо за поддержку. Я тут сразу поискал в интернете, раз, сразу нашел. А как-то до этого что-то я не понял, я туда искал, как-то не мог найти. Колодки находил, а накладок почему-то не было. Или я накладки и не искал, колодки искал только, что-то не помню. Ну, спасибо, короче, всем, то, что помогаете мне. Саня с Перми тоже, вот тебе тоже спасибо. Федор, тебе спасибо тоже. Привет большой. Ну, я накладки-то я найду. В Свердловске есть в Асбесте. Город Асбест, потом вот в Кирове есть тоже там, потом где-то в Вологде еще есть. Вообще, по идее, сейчас-то мне накладки не надо, я сейчас уже почти сделал, сейчас мне одно колесо. Там я разберу, я еще не знаю там что, ну, скорее всего, тоже накладки надо менять надо. Я разберу, сделаю, переклепаю еще это колесо, и все, и пока мне хватит. Ладно, всем всего хорошего, удачи, до новых встреч.